Всем доброго и бодрого утречка. Айти, айти к мамке за защитой, что тебя девчонка обещает. Ой, ты господи. Лялечка, Лялечка, скажи, что они так бесят с утра пораньше, да? О, да, ты ворчишь на них. Скажи, что они такие? А эти уже энергичные товарищи, а? Шпицульки у нас гулять уже убежали. Никого не подождали и гулять все убежали, да? А эти возюкаются. И всем желает вот такого бодрого утра. Саля, скажи, я против бодрого утра. Но ты у нас вообще редко бодрая бываешь, да? Лялюша, Лялюшечка. У тебя девочка, скажи, мне бы лучше пузико ко мне погладили, чтобы вот так вот по головке погладили, всю меня чтобы погладили, поцеловали. На завтрак, на обед и на ужин, да? Скажи, меня нужно гладить, обнимать и целовать. А этим товарищам нужно беситься. Ты им говоришь, не беситесь. Чего вы с утра беситесь? Ворчишь на них. Вот, а тебя поцелует он. А он тебя все равно поцелует. Хоть его фейка, он и обижает. А он и согласен, чтобы она его обижала, да? Скажи, да ладно, она же маленькая, сильно не покусает. Она же играется и бесится. Ай ты, господи. Ну вот, мы желаем всем вот такого же бодрого утра, кому нужно бодрость и энергия. А кто хочет валяться, тому возможность поваляться. Иногда так не хочется вставать, скажи, да. Куда-то идти, куда-то бежать, какие-то дела делать. Охота просто полежать и понежиться, да. Вот тебе хвостатый, ты маленький зверь. А мы всех целуем, обнимаем и самого-самого доброго утречка вам желаем.